Здравствуйте. Пишу обзор гитару Westminster. Значит, Made in Japan. Made in Japan. Значит, вся из краснухи. Кленовый топ. Слушаем звук. В общем, так, ну, в общем, здесь, уточню, здесь, значит, насколько я понял, поменены на более современные, значит, стоп-бар и бридж, поменены датчики. Вот, на какие не могу сказать. То есть, ну, слушаем звук. Я вскрывал, смотрел, там сзади, в общем, ничего не написано. Вот. Слушаем звук. Сразу могу сказать, звук очень достойный, как бы, и замена даже в плюс. Сустейн огромный, несмотря на болтовую конструкцию. Ноты очень ровно звучат. Ну, слушайте сами. Нигде ничего не бьет. На всех ладах, в принципе, идеально все. Ноты как будто висят в воздухе. Такого сустейна от болтовой конструкции я, честно говоря, давно не видел. Вот. С драйвом, к сожалению, я не могу показать, поскольку там лампы уже накрылись на комбике. Но, в общем, общее представление о гитаре есть. Цена довольно демократичная для такого класса инструментов, но я, честно говоря, удивлен именно этим экземпляром, поскольку
звуковые характеристики здесь очень весомые, высокие, можно сказать. В общем, все отстроено здесь, готово к работе. Можно брать, просто играть. Вот. Такой инструмент. 74-й, 73-й, 75-й где-то года. Вот так вот. Это до середины 70-х годов. Японское производство. Такой успольчик. До свидания.